На мою думку, волонтерство – это необходимая частка такого социального жизни Беларуси. В этом есть певные плюсы, например, для человека, он может проявить себя, может сказать, ох, какие я добрый для себя, но со своими справами он делает свет лучше, может выбрать той накерунок, который ему подобается, как сделать добрую справу. С компанией «Быть волонтером» мне наибольш запомнилась эта мобильная прилада, которая позволяет найти волонтера для НДА Берастейских и так само самим НДА заявить про свои справы в этой приладе. И для Беларуси это довольно новая изъява, и мне подается ей трохи потребен час, и она даст добрый старт и добрую корысть. На мой погляд, кірмаш волонтерства потребен, але необходимо изменить трошки формат. Было бы добро, как берастейские улады зрозумели, что это необходимое мероприятие, и дозволили провести это на советское, как было тепло, как люди, все берастейцы, смогли прийти и поглядеть, что робит некоммерческая организация в Берасте, кому якая потребная помога, а не только пришли те, которые побачили там афишу, альбо скончили школу волонтера. На мой погляд, за два апошнія гады праца з волонтёрамі яна палепшылася. Па-перше, іх стала болей у нас, а па-другое, самае такое наше вялікае дасягненне, што мы распрацавалі дамову і палажэнне, якое пазваляе больш канкрэтна акрэсліць працу з волонтёрамі і паказаць ім канкрэтна, якія ёсць становчыя моманты для іх, дзякуючы волонтёрству нашай арганізацыі. На мой погляд, таким великим адмоўным моментом у берастейских НДА является то, что не так шмат людей, которые относно как бы, профессийно уже занимаются працей, и отримывается такая штука, что один активист занимается усім и просовыванием мероприятий, и планованием деятельности. И тому, на жаль, не так шмат организаций, которые имеют адмысловца, которые занимаются именно працей с волонтерами. Тому и тяжко повышать свой уровень в этом накірунку.